Любимые сказки, повести, рассказы русских и зарубежных классиков, творчество современных писателей, поэзия, различные энциклопедии и многое другое. Настоящий праздник для юных читателей организовали межпоселенческая центральная районная Щелковская городская библиотеки. Мероприятие это призвано познакомить ребят с книгами поближе, подружить с книгами, потому что немножко убрать из жизни детей наши гаджеты, наши вот эти игралки, стрелялки и все прочее. Хочется, чтобы дети больше читали. Праздник детской книги имеет многолетнюю историю. Впервые его провели весной 1943 года. Сегодня традиция знакомить детей с литературой продолжается. В Щелковском районе неделя детской книги проходит каждой весной, вот уже четвертый год. С детства нам говорили, что читать книги полезно. И действительно, ничто так не развивает воображение, как чтение хорошей книги. Путешествия, фантастические приключения, интересные истории, которые так любят дети. Прекрасным дополнением выставки стали викторины, творческие мастер-классы, интересная анимация. Кроме того, читатели имели возможность приобрести понравившуюся книгу, а также лично пообщаться с некоторыми авторами. Когда ты читаешь, ты узнаешь что-то новое, и тебе это потом пригождается сильно в жизни. Читать очень важно, всегда, во все времена, а сегодня особенно. Ну, во-первых, чтение обогащает нас культурно. И дает нам возможность получить опыт из книжки. Большая удача и большая честь, что мы попали на этот праздник. Имеем возможность, я как автор, имею возможность пообщаться непосредственно со своими читателями, подарить им свою хорошую книжку. Трудно переоценить, насколько важно для ребенка чтение. Книга во все времена была и остается глубоким источником знаний. Анна Балиет, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».